Наш документальный фильм посвящен легендарному советскому актеру Олегу Видову. Впервые зрители смогут увидеть полную историю жизни Олега Видова. Зрители станут свидетелями невероятных событий, эпичной истории, в которой причудливо смешались советская королева красоты, югославская кинозвезда, дочь генсека СССР, простая девушка из Белграда, президент Югославии, герой спагетти-вестернов и смелая журналистка из Лос-Анджелес Таймс. В фильм войдут уникальные фото и видеоматериалы из личного архива актера, ранее нигде не публиковавшиеся, а также сцены из советских, европейских и американских картин с участием кинозвезды. Вы увидите интервью с партнерами Олега по экрану, режиссерами, московскими соседями актера и близкими друзьями со всего света. Hello, my name is Joan. Здравствуйте, меня зовут Джоан Борстон-Видова. Мы с Олегом были женаты 28 лет. Олег ушел из жизни 15 мая 2017 года. Взять себя в руки после потери меня заставил тот факт, что Олег оставил мне огромную работу по завершению его автобиографии. И в процессе мы решили создать документальный фильм. Первым городом, куда я отправилась, был Белград. Я взяла интервью у югославской жены Олега, которая до этого никогда не рассказывала о своей жизни. А также у звезды югославского кино Милены Дравич, которая снималась вместе с ним в «Битве на Неретве». Через 2 месяца они обе скончались. Есть несколько сцен из жизни Олега, которые наш режиссер Надя Тасс хотела бы снять для фильма. Но у нас нет никаких фотографий и других материалов, иллюстрирующих эти моменты. Мы обращаемся к вам с просьбой сделать вклад в наш проект, чтобы у нас была возможность снять сцены и включить их в фильм. Я очень надеюсь, что вы решите стать частью проекта, который был так важен для Олега. Hello, I'm Nadia Tass. Здравствуйте, меня зовут Надя Тасс. Я режиссер документального фильма про Олега Видова. Олег был движим потребностью найти свою свободу. Свободу делать фильмы, которые он хотел делать. Свободу жить жизнью, которую он хотел жить. Мы с Олегом стали друзьями. Мы часто сидели вместе и разговаривали о русской литературе и русской жизни. После того, как Олега не стало, я начала читать его поэзию. И она прекрасна. Я надеюсь, вы будете воодушевлены и захотите сделать вклад в наш проект. Спасибо. Для Олега было важно знать, что после того, как он покинул Советский Союз, вы продолжали поддерживать его. И поддерживаете сейчас этот фильм. Благодаря чему Олег сможет поведать о своей жизни миллионам людей по всему миру. Спасибо.